Всем привет, с вами Юнотс, вам предтечи. И знаете, я тут подумал, что возможно я бы мог как-то пройти здесь. О. Без лишних жертв, если бы я допер, что может зайти вот туда. По-моему, как я только сюда зашел, и сразу начали меня расстреливать. Поэтому тут без шансов. Ну, еда. 4. Ну, базука, кстати, против людей тоже неплохо себя показала. Что-то я перегружен чем-то, не знаю чем. Но 10 кг перевеса. Да? Он, походу, сам застрелился. О, армейский, да? Огонь! Я пущу тебе пулю в лоб. Собак. Стреляйте в него! Ей-ей-ей! Собака. Так, что же все-таки мне скинуть-то? У меня получается чего-то лишнего. Тебя бы скинуть, портишь мне всю статистику. Не понял. А чего мне лишнее? Вы перегружены. Чем? Честно, не знаю чем. Давай, допустим, выкинем тебя. 300. 165 мой предел. А-а-а. Ну, если я сейчас буду прорываться дальше, мне они прям очень хорошо придется. Давай еще 300 скинем. О, привет. Ты мне никогда не нравился. Возможно, я сейчас фейлю все по-жесткому. Ну, а что делать-то? Так, это из серии.
принципе, толпу бы я без гранатомета вообще бы никак не сделал. Пашу! Бичь мне. Откуда? Кто? Да ладно. Вот нормально. Выходи, будь мужиком. Ты откуда вылез вообще? Мне кажется, я мог сюда зайти и со всеми договориться. Он достал меня! Ребята, вас не волнует, что здесь война, как бы, нет? Видели, что я сделал с вашим начальством? Тоже я сделаю с тобой. Генерал, бла-бла-бла. Ну, что называется, очень срочно надо. Но и этот взрыв умер, отлично. Но он, походу, застрелился. Сейчас, секунду. Но ты же знаешь, да, что после того, как ты делаешь жесткую разминку, если у тебя на утро ноги болят, значит, ты, да, у тебя мышцы закостенели, тебе надо было, не знаю, как-то не перележать, тебе лучше было поспать, проснуться, сделать небольшую легкую разминку и дальше спать. Ну, чтобы снять напряжение с мышц, они, потому что после сильной нагрузки стягиваются. А где этот? На всякий случай туда же. Он где-то здесь. Не могу в нем стрелять, я в него! Нормально, надеюсь, я его не грохнул. Он где-то здесь. А. Покайся, сам покайся. Я уже зафейлил всю игру. Тот как? Чё? Кто? Дует. Вот и продуло ему. Его башенку. Будь мужиком. Будь мужиком.
Перезаряжай давай. Куда прилетела? Они прям меня бесят, слушайте. Сто пудов здесь можно было как-то пройти, обойдя, ну типа, малой кровью. Просто я, и раз игра не запрещает, я выбрал путь маньяка. Конечно, если это мне боком вылезет, то мы забьем на нее. Но пока мы не забили, будем двигаться дальше. Фига себе. Выходи! Что, штаны наложил? Я ж тебя убью. Выходи, трусливая сволочь! Выходи! Что, штаны? Сидишь сбоку, да? Я пущу тебе пулю в лоб. Думал меня напугать. Пощады не жди! На понт не возьмешь, понял? Нормально. Красиво всех жахнули. 3, 4, 5. Патрон у них, конечно, дофига валяется. Походу я так и набрал все это. 3, 1. Мне ничего из этого-то и не нужно уже. Может, я как-то мог у них костюм упереть, я не знаю. Ракеты нету, да? Так, ну я бы только ракеты бы взял. О, это же патроны для этого. Снайперки. Снайперка меня прямо иногда выручает. Сто пудов мне не надо было их всех истреблять. Вот сто пудов. Но если игра не продумала, что я могу истреблять всех, то это жесть. Видосик. Внутри пирамиды пирамида. Вот этот поворот. А может, и надо было убить всех. Проклятие.
собирайся. Если будем здесь торчать, крышка! Ты здесь всех здорово переплашил. Черт! Что там? Это робот-охранник. Сматываемся! Подожди! Быстрее, Гитс, быстрее! Тише! Да ладно, нет, ты же на волну. Чёртова железяка! Он тебя не зацепил? Нет, все в порядке. Хорошо. Вот и наша птичка. Ха-ха, и все. Спасибо, что вытащил меня. За что? Урод, из-за тебя погибла наша планета! Мне жаль, Трис, но если бы не я, это сделал бы кто-то другой. Опасность грозит всей галактике. Если мы не научимся работать с артефактами притеч, погибнут все планеты, а не одна. Ублюдки, это вы виноваты. Вы включили устройство притеч, и из-за этого взорвалась планета! В артефакте «Притечь» на Кассиле заработал механизм самоуничтожения. Оказалось, что наш смертник — не чистокровный Амарн. Только генетически чистый Амарн может войти в резонанс с установкой «Притечь». То, что ты мне тут рассказываешь, тебя не спасет. Спасет. Я тебе нужен. Зачем? Разве ты не хочешь разгадать тайну «Притечь»? Хай. Чего? Что? Чего? Это конец? Чего? Кто такие при... Что было вообще? Я не понял. О, господи, как же она меня бесила. Не, ну возможно всех истреблять надо было. Но что делать, я не понял. А что делать? Что-то я нифига не понял. Ну что ж, всем хорошего настроения, всем до следующей игры, всем пока.